Здравствуйте. Здравствуйте. Мы по поводу конфликта с вашей соседкой. Что у вас там приключилось? Проходите. С ней каждый день конфликты, дочь. А вы откуда из телевидения? О, я давно собиралась. Но все никак не обращусь к вам. Она мне друг за другом вот первый избила. И вот вчера. Вчера во сколько это было? Это было где-то часов в 7, наверное. Вечера. И с первого подъезда женщины собрались. Со второго и с третьего. И хотели ее идти, в общем, воспитывать. Угу. А я иду, на крыльцо только зашла. Она мне как сзади толканет, и я на бетон. Это вот лицом вы упали, да? Я лицом упала. А первого числа она мне... Я иду, вышла платить в кассу. Я иду по отмостке. Она идет с детьми по тротуару. Между нами дорога. Значит, доходит, гляжу, достает телефон. Меня сфотографировать. Сфотографировала. Я говорю, все, никак не успокойся. И пошла она мне с сыном. 15 лет. Догнала сыну. И избили, с ног прям сбили, я валялась на проезжей части, вот. У вас кто-то может подтвердить, видел кто-то, соседи, может быть? С первого подъезда, Виктор, вот спасибо, мужчина, она, может, меня бы убила. Это вот в тот момент первого числа, да? Да, первого числа. А вчера? А вчера я много было, я не успела выйти, вот знаю Марину, с 56-й квартиры была. А еще мужчины были какие-то. Я не успела выйти даже. Я только на крыльцо выходить. И она меня бабахнула. У меня кровище. Все. Потом побежала сюда, начала мне в дверь стукать. И стукали до часу ночи. А как она до часу ночи стукала, если ее дома не было? А где она была? Она приехала с больницы. Из больницы приехала и начала поехали в первый отдел. Значит, туда идет, постукает, обратно идет, постукает. Где она была? Была. Это правда, что вы ее кислотой облили? Какой кислотой? У меня ее кислоты сроду нету. А что это было? Моющее средство какое-то. То есть вы ее облили? И там немножко. Конечно, она дверь бухает. Я что с ней сделаю? То есть вы ее облили, когда она вам стучала в дверь? Да, да, она в двери вообще, у меня кровь льется, она за мной, я быстрее домой, она за мной прибежала и начала в дверь. Она мне всю дверь разбила. То есть вы в щель двери плеснули на нее, да? Или как? Ничего, я открыла дверь, она бьет, то где с петель слетит дверь. Она вообще-то, наверное, накуренной была. Вот не знаю, вчера ей там брали. У нас анализ, а я не умею идуть, они смеялись. А вы куда обращались, в полицию и в скорую или как? Полиция меня в час ночи приехали, увезли, а она уже там была. То есть вас на допрос, да? Мне сначала скорая увезла, зашивали. Она, в общем, меня одну сторону голову разбила, первую, а вторую сторону. Третьего. У нас конфликт третий год. Они долбят до 2 часов ночи. И все, ремонт делают без разрешения. Сейчас бьют, теплые полы делают и без разрешения. Они делают ночь, воруют, чтобы никто не приехал. Их не вызвали. Это третий год они делают. И первый раз дали неправильно ей это разрешение. В общем, она 8 месяцев продолбила. Все. Пробито у меня весь потолок, все плиты перекрытия, все пробито у меня. У меня слышно, как они живут у меня. Все, что говорят, у меня слышно. И как здесь спать, как это, я вообще не спавшая. И вчера также я пришла в час, как начали, и 4, и 5, и все долбит. Я говорю, перекур будет или нет? Я даже не могу днем отдохнуть, когда он днем дома, он днем работает. А так тянет до ночи и ночью работает до 2.